251 случай заражения коронавирусом зафиксирован в регионе за прошедшие сутки. Примерно такие же показатели были два месяца назад, перед началом пятой волны. Снижение темпов заболеваемости позволило региональному Минздраву вернуть к оказанию многопрофильной медицинской помощи больницу номер 11 в Ленинском районе Новосибирска, два года работавшую в режиме ковидного госпиталя. Теперь больных коронавирусом принимают лишь два медицинских учреждения – городская инфекционная больница номер 1 и больница номер 4 в микрорайоне Пашино.